Всем привет! Сегодня на замене дисплея у нас Oppo A9-2020. Приступим к разбору. Извлекаем SingleTalk. Убираем сторонку. Смотрите, предварительно прогреваем поверхность. И вот таким образом, либо медиатором, либо подложкой от стекла защитного, прорезаем весь склей по контуру. Все прорезали. Открываем крышку, убираем в сторону. Выкручиваем все винты. Я это сделал заранее, вот они. Вот. И сейчас будем сразу разбирать аппарат. Отщелкиваем защиту шлейфа отпечатка пальца. Вот это он стреляет, убираем ее в сторонку, отсоединяем отпечаток, убираем крышку тоже в сторону. После этого берем телефон, я начинаю всегда отсюда, здесь самое тонкое место на рамке. Вот таким образом засовываем туда лопатку, либо медиатор, ну, либо чем вы будете вспомогательным пользоваться, то и будете вставлять туда. Проходите по контуру, смотрим еще раз, все болты выкрутили, вроде бы все. Убираем, я хотел сказать, убираем рамку, но не все так просто. Вот так. Все, убираем рамку в сторону. Отсоединяем аккумулятор. И приступаем к выклейке нашего аккумулятора. Вот таким вот образом. Начинаем тянуть. Думаю, просто оно не вылезет, видимо, хорошо проклеено. Отсоединяем пленку, проклеенную от АКБ. И пробуем еще раз потянуть. Чуть-чуть не получается. Вот так вот аккуратненько лопатку сюда засовываем и поддеваем аккумулятор. Все, он пошел. После этого вытаскиваем ее. Все, вот она наша батареечка. После этого беру что-то круглое, я имею в виду по вертикали, и разглаживаю, вернее, не по вертикали, а горизонтали, и разглаживаю аккумулятор. Все, будет он у вас ровненький, только это чуть-чуть больше усилий нужно будет приложить, чем сейчас я вам показал. После этого отсоединяем шлейф дисплея. Смотрите, прогреваем полностью поверхность дисплея, засовываем туда медиатор и прорезаем по всему контуру. Вот таким вот образом. После того, как прорезали, аккуратненько извлекаем его. Здесь он приклеен немного. Вот так. Видим то, что он у нас аппарат был водяной. Все, водички. И здесь не было сетки. Если у вас будет сетка, она, скорее всего, у вас будет. Ее нужно будет обязательно вытащить и сделать зачистку. Еще можно вытащить камеру. Но это когда будете выклеивать дисплей. Камеру и сетку. Убрали в сторону и продолжаем заниматься выклейкой. После этого берем пинцет и избавляемся от всего старого герметика. Сейчас остановлю видео, зачищу рамку и приступлю к дальнейшей съемке. В принципе, все. Рамочку зачистили, дисплей проверили. Обязательно перед установкой проверяйте дисплей. Будем ставить Full Origin, оригинал. Берем, значит, герметик вот такой, T7000, механик. Берем нашу рамочку и начинаем проливать по всему контуру. Можете видео перемотать. Секунд на 30, я думаю, может чуть больше. Не засекал, сколько времени наношу герметик. Вот, но делаю это не быстро. Немного отвлекся, продолжаю наше видео, немного подзастыл. Проходим. До свидания. До свидания. По контуру. Дальше. Ой, на видео наш не попало ничего. Нет, не заметил этого. Так, все. Герметик нанесли. Закрываем тюбик, шлеем. И восстанавливаем наш дисплейный модуль. Вот таким вот образом. Все, все очень хорошо. Устанавливаем шлейф. Устанавливаем шлейф. Кидаем нашу проклеечку. Берем аккумулятор. Я его предварительно выровнял. Сейчас он ровненький. Проклеиваем старой проклейкой по бокам. Подсоединяем аккумулятор. Берем нашу рамку. Устанавливаем ее на место. Таким вот образом. Устанавливаем на место и защелкиваем ее по периметру.
все село чудесно. После этого берем наши болты, можете видео смело перематывать до того момента, пока я докручу последний болтик. Это займет какое-то время. Много болтов. Блин, минуту, наверное, точно нужно было перематывать. Ну, посмотрим, может, я обрежу. Хотя, нет, наверное, не буду ничего обрезать. Пускай остается как есть. Все равно видео выпускаю с перемоточкой. Поэтому не так медленно это все будет на видео. Берем герметик. Вот такой, Т7000, с толстым носиком, с большой подачей клея, и проходим по контуру вот таким вот образом. Вот так. Так, 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 так. В принципе, готово. Закрываем наш гермет, берем нашу заднюю крышку. Проходим и за пропилом по остаткам клея, тем самым размягчая его. Если он размягчится, то еще плотнее слипнется с нанесенным новым клеем. Неудобное расположение отпечатка. Установили. И устанавливаем последний болт вот таким вот образом. Все закрутили. Нужно было запустить наш аппарат. Ну, в принципе, я его запускал, я думаю, все будет хорошо. Я влез чуть-чуть туда, куда не нужно. Это, в принципе, тоже ничего страшного. Все убирается. Все остатки клея. Все это протирается, убирается. Сейчас дожидаемся запуска аппарата. Проверяем его. И будем приступать к сборке. Ой. Все окей, все окей. Тушим его. Вставляем сингулятор. Перебинтовываем его резиной. После этого даем ему отдохнуть 4-5 часов, снимаем резинкой, затираем герметик, и все, можем пользоваться. Все, надеюсь, кому-то понадобится, поможет. Все, всем спасибо, всем пока.